председателя представитель призывной комиссии. Разорвать старые крупные деревья. Годен к военнослужащим с значительными ограничениями. Из института, из университета вас отчислили, да? Да. Сейчас чем занимаетесь? На данный момент ничем. Приводы в полицию, судимости? Не было. Водительского удостоверения категории С? Нет. Водительские права не получал. В армии желаете служить? Куда деваться? В каких войсках? Если есть выбор, мотострелковый. Если учился на кого? Учился на кого? В химическом вузе на экономическую специальность. Решение о призывной комиссии призывается на военную службу. Дата отправки 16 апреля. Она ориентировочная. Контрольная явка 14. Мы вам 14 числа, скорее всего, 13. Мы вам 13, скорее всего, перенесем дату отправки.